Друзья, сегодня мы столкнулись с вами с невероятным дефицитом антибактериальных и антисептических средств в магазинах. Одна маленькая баночка 20 грамм стоит 300 или 200 рублей. Каждый поход в магазин, общение с вашими животными может стать настоящей проблемой, потому что все вокруг кишит вирусами и бактериями. Мы просто с вами идем в банкомат для того, чтобы снимать деньги, и при этом получаем, посмотрите, огромное количество вирусов и бактерий. Все вокруг кишит этими самыми бактериями. Посмотрите, мы просто выходим с вами в свой собственный подъезд вносить мусор, и, пожалуйста, в лифте нас ждут с вами огромное количество бактерий. Каждый день человек, того сам не осознавая, дотрагивается до лица больше 500 раз. Именно сегодня телеканал Шоп-н-Шоу предлагает вам набор антисептический и антибактериальный, который убивает 99,9% вирусов и бактерий. Всего 999 рублей сразу за 3 товара в комплекте. Это большая банка геля, это спрей для рук, очень удобный формат, и дорожный вариант геля 100 мл. Все это вы получаете за 999 рублей. Кроме этого, сегодня главный товар дня — это еще и бесплатная доставка с любым другим лотом на нашем телеканале. Звоните прямо сейчас, а пока я рада представить вам эксперта телеканала Шоп-н-Шоу рубрики «Здоровье» Василий Рыбин. Василий, расскажи про наш товар сегодня. Тема актуальна, рад видеть. Арина, здравствуйте. Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Итак, российская компания Bioman Strategy, лидер в производстве антисептиков, специально по нашему заказу, заказу Шоп-н-Шоу, разработала для вас и изготовила вот эти универсальные антисептики. Септические средства 3 в 1, Арина, ты посмотри, правильно сказала. Есть и дорожный вариант, сумочку с собой взять в карман, пожалуйста. Для нас больше нигде вы не найдете. Сейчас я сам встретился с такой ситуацией, когда антисептиков просто не найти, либо они продаются, ну, вы это знаете лучше меня, по каким-то заоблачным дорогим ценам. Здесь 3 в 1 по такой цене — это находка. Итак, друзья, наша российская компания специально для Шоп-н-Шоу создала средства антисептики, которые убирают 99,9% всех известных вредоносных вирусов, бактерий и грибков. Вы наносите их как на руки, покажем, как это делать правильно. Вы наносите на любые бытовые предметы, например, пульт от телевизора, банковская карта, деньги, компьютеры, клавиатура компьютера, мобильный телефон, друзья, пульт от телевизора, где по статистике 55 штук из 100, Арина, пульт. Там кишат бактерии и вирусы, буквально рассадник. Посмотрите, как вы нажимаете кнопку лифта, беретесь где-то за двери, за ручки. Все это мы делаем руками, а потом тянем это все к лицу. Говорят, не трогайте лицо руками, потому что, опять же, если, обращаясь к статистике, а это наука, более 80% инфекционных заражений происходит именно через руки. Хорошо, что у вас есть в кармане гель-антисептик. Посмотрите. Пожалуйста, мы переносим на руках около, Арина, более 5000 бактерий и вирусов. Согласись, колоссальная, страшная цифра. Только простое рукопожатие может привести к беде. Поэтому сейчас лучше не контактировать. Арина, давай с тобой покажем. Вот они, эти микробы, вирусы, которые остаются на наших с вами руках. Вот этот гель-антисептик, пожалуйста, покажи, как мы правильно используем его. Вот так вот трем, втираем свои руки немножечко подольше, между пальчиками, вот так вот покрути. Хорошо, вот-вот, правильно, посильнее ладошечкой, вот так походим по каждому пальчику. Сколько убивает процентов бактерий? По ладоням 99,9. Все, руки чистые, вредоносных бактерий, вирусов убивает, либо ингибирует, то есть подавляет наш антисептик. Кишечные инфекции, инфекции, вызывающие ОРВИ, инфекции, вызывающие грипп. Обычным мылом мы столько бактерий, вирусов, к сожалению, не смоем. Особенно в дороге. Конечно, особенно в дороге где-то. Посмотрите, друзья, ОРВИ, грипп, все это наш антисептик. Скажи, пожалуйста, можно ли пользоваться детям? О, нужно. Прекрасный вопрос. Деткам в обязательном порядке пользуйтесь. Такое немаловажное ноу-хау, друзья. Здесь нет спирта. Состав совсем другой, друзья. Мы его тоже подробно сегодня разберем. Итак, пользуйтесь без опаски детям и животным. И животным даже можно. То есть, если дома есть животные, обязательно лапки тоже можно побрызгать, если пришли с улицы. Посмотрите, грязные руки, руки после мытья мылом и руки
руки после обработки антисептиком. Вы видите сами результат, который мы получаем. 99,9% бактерий и вирусов. В то время, когда в аптеках цены только растут. Слушай, дома тоже есть вирусы, бактерии? Дома полно. На мышке от компьютера, на клавиатуре, на наших мобильных телефонах, смартфонах, к которым мы привыкли, в обязательном порядке мы вот этим антисептиком от российской компании Bioman Strategy пользуемся, который, подчеркну, убивает либо ингибирует, то есть подавляет 99,9% вредоносных бактерий, вирусов и грибов. Столовые даже принадлежности. Везде, столовые наши принадлежности, ключи, которыми мы пользуемся, кнопка лифта нажимаем, ручка любой двери, то есть микробы под микроскопом, Марина, посмотри, выглядит именно так. Согласитесь, довольно неприглядное зрелище, которое мы носим на своих руках, можем принести к лицу, отсюда инфекции, отсюда мы часто болеем. Скажи, пожалуйста, только на коже используем наши антисептики или можно обрабатывать поверхности? Хороший вопрос, Арина. Можно использовать как на кожу, на руки, на любой участок кожи, друзья. Я сейчас это сделаю правильно. Вот я беру немножечко антисептика и вот так вот втираю, как моем руки. Он сейчас убивает вирусы. Вот так вот правильно. 99,9% бактерий, вирусов и грибков. Вот так вот неспешно каждый пальчик обрабатываем. Также обрабатываем поверхность стола, поверхность ключей и так далее. Вот мне очень нравится, что у нас именно наш набор в разных форматах. Здесь у нас есть и жидкий спрей, с помощью которого как раз мы можем взять в руки ключи и обработать, допустим, какую-то поверхность. При этом мы с вами получаем гель и дорожный вариант. То есть, когда у вас здесь закончится гель, вы можете перелить для того, чтобы брать с собой в дорогу. Для ваших детей, для животных даже используется наш антисептик. 99,9% бактерий и вирусов убивает антисептик. Мы получаем больше литра за 999 рублей. Цена действует только один день. 1200 рублей экономии. Звоните сейчас, потому что уже прогнозы такие, что этот лот будет распродан полностью очень и очень быстро. Кстати, сегодня главный товар дня – это еще и ключ к бесплатной доставке. Закажите этот набор и любой другой лот и получите бесплатную доставку. То есть, Василий, можно заказать два набора антисептических и антибактериальных и получить бесплатную доставку. Посмотрите, какие цены. Аптеки наживаются на нас с вами. Почти 2000 рублей стоит антисептический гель. 5000 рублей. Да, большая упаковка, но не такая большая, как у нас. Вы больше литра получаете сегодня за 999 рублей. Сделайте первую покупку и начните с защиты своего здоровья. Начните с защиты здоровья своих родных и близких и своих детей. Ты знаешь, я бы подозреваю, что это отличный подарок даже сейчас своим родным и близким. Звоните и заказывайте. 99,9% бактерий и вирусов убивает антисептик.